йод и золото. Йод и золото. Простынь опускается туда. Потом одна снизу, а вторую накрывается. И знаете, человек просто лежит там, ну, 100 секунд примерно, да? У него челюсть не закрывается, потому что его тело начинает кусать электроны. Электроны начинают в тело втыкаться. То есть на физике начинает тело втыкаться электроны, да? А насколько это интересная тема, она, понимаете, если все снять одежду, опустить туда и снова надеть, электроны, которые будут взяты отсюда, как программа, да, они наедут на твою физику. И эта физика начинает как бы с тобой взаимодействие, нести взаимодействие. Любопытно, потому что, знаете, если взять ребенку простынь, подержать в йоде и золоте, а потом снова постелить и накрыть его. Знаете, это почему золото я взял, да? Потому что это электропроводящая система. У нас золота нету. Ну просто нет, потому что его толком неоткуда и взять, по-большому, да? А если будет, зачем золото у нас крадут? Потому что есть система, которая себя сонного там что-то тащит. Ну просто так. Что им там надо, да? А что такое золото? Золото как раз является электропроводящая система, электрическо проводящая система. То есть это сила мысли, это сила твоего понимания, это электричество.